Здорово, народ, продолжаем. Офигенный момент. Physics for the win. Let's go. Да, суки, выжили. Нахрена они взорвали колонну? Просто чтобы по ней пройти? Слева тропинка есть. Это принадлежит статуе. Да не ссы. Кусок говна упал в лужу говна. Все нормально. Это что, Хавик? Нахрена он выкинул этот меч или булаву? Speaking witch? Ведьма? Какого хрена? Это мужик. Чё за фигня? Они как две бабы в магазине, которые за сумочку дерутся. Это моё, нет, это моё. Нахрен-то говно. Ну вот, баба Пусси Кейдж ударила эту ведьму по шарам, и это оказался мужик. Локация похожа на пещеру из Скайрима. Возможно, это Давакин? И он сражается с драуграми, хрен знает. Это новая часть Скайрима. I'm not yet defeated. Yes, you are. Чё за хрень? Это отсылка на первый фильм, где Джонни Кейдж Скорпиона так завалил? Или это типа новый персонаж? Пусси Лао или что-то... Кунг Кейдж, чё за хрень? Отдай щит Кун Лао, ему пригодится. Time to go home. Cut! Freddy! I knew it! Woo! I felt that one. You felt it too, right? Temple of Kataravala, take 39. Табличку переверни, дебил. Tailslade. That's a wrap. Хана, говно. Съемки фильма? Может, это новый Mortal Kombat так снимают? Steven, this was fantastic. Thank you. Steven, Spielberg. Oh, just like the old days. And these props. Jimbo killed it. You did too, Johnny. Hey, about my pitch. You know the karate zombie thing? I'm thinking four films, maybe a streaming series. Там его друг в говне утонул. Да насрать. Johnny, I don't have. You're right. Not here. Стивен, мне нужна прибавка к зарплате. I can't. Have to meet with the editors. Martian will call you. Great. Have your assistant call me. That was great, hon. Wasn't it though? Это чё? We need to celebrate. I'm thinking private party. Johnny. Зацени дыхание. Не заценила. You're not the martial arts megastar you once were, honey. You're lucky Steven owed you a favor. I'm telling you, Chris, we're fine. Can you join me in the fact-based universe? Columbus. Just once. We're broke. We have to cut back. Крис — это мужское имя. Back
On what? Step one is selling this place. I need a refill. Johnny, we can't keep this up. You spent ten. Чё, они не могут это сосать? Чё за хрень? О чём она говорит? 10,000 on that sculpture. 30,000 on that drone. And this damn sword. $3 million? Hey, Cento is history. That sword comes from... Они говорят о продолговатых предметах. Короче, бабе не нравится, что Pussy Cage играет с продолговатыми предметами, много тратит бабла на это говно. Баба хочет внимания, а Pussy Cage хочет предметы, которые ему дают потом вместо денег, он получает в награду, как после первого боя с Нитарой. It's not the point, Johnny. Chris, honey, the parts, the money, they're coming. Steven's movie is just the beginning. That's why I can't cut back. To be a success, I have to project it. Что-то получить взад что-то не может. Проекты, что за хрень? If I don't, Johnny Cage is done. У него рот шире, чем у нее ухо. I didn't marry Johnny Cage. I married John Carlton. I'd give anything to have him back. Chris, come on, Chris, where are you going? Pussy Cage новое имя дали, типа Джон Колтон или что за хрень. Короче, ушла баба от него. Теперь ему никто не помешает развлекаться. Fuck! Вот именно таким образом развлекаться. Бухнул и на бутылку. Мистер кто? Педалист, че? Thank God. Chris, honey, I... Это был пранк. Сюрприз от бабы, мужик. С продолговатым предметом. Это тебе подарок от... От нее, от Крис. What do you want? Cento. You some kind of hired gun? Or do you know Cento's history? А это его ствол длиннее, чем этот. It's my family blade. No. No way you're Tyra clan. They've been dead for centuries. Not dead. Hiding. With Cento in my hands, I'll lead us out of the shadows. That's a great plan. Какого хрена они спорят за меч Сента, если... Он его купил за $3 миллиона или что-то такое, говорит. Значит, его кто-то продавал? Какого хрена он приперся к нему и начинает что-то наезды? Нахрен файт. Сражение за продолговатые предметы. На этом вся жизнь Pussy Cage. В награду еще один продолговатый предмет. Похож на знак Гарри Поттера. С бабой не получилось практиковать эти игры. Он будет делать это с мужиком. Кенчи Такахаши. I knew you weren't Tyra Clan. Хана. Кенши Такахаши. Какого хрена делает меч здесь, этого Кенши? Какого хрена он с мечом, если он сначала первый меч свой получил в колодце? Чё за хрень? You know nothing, Cage. 400 years ago, the Tyra Clan were one of Japan's first families. Бун переписал, короче, сюжет и историю Кенши, и теперь через этот диалог хочет ее рассказать. Типа, твой клан 400 лет назад что-то долбился мечами, и этот меч пропал. Типа того. They lost Cento after getting slaughtered at the siege of Aomori. There were survivors. They hid themselves by shedding the name Tyra for Takahashi. They joined the Bakuto for its protection. Где его повязка? From first family to crime family.
I will break us free of the Yakuza's corruption, reclaim our name and our position. But my clan won't follow me unless I prove that I can lead. That's why I need Sento. Короче, при потере продолговатого предмета Грандмастер Анус потерял свою честь, и теперь Кенши удостоен этой чести, да, восстановить честь Грандмастера Ануса и стать на его место. И это ключ к твоему правлению или что-то такое. Bullshit. Это bullshit. Типа, Грандмастер Bullshit, может, новое имя у него будет. Bullshit Такахаши будет или что-то такое. А весь клан Кенши. Good evening, Johnny Cage. I am Liu Kang, protector of Earthrealm. May we enter? Он как бомж ходит ко всем, просит там, подайте на пропитание или что, не пойму, блин. Nothing's being shot here tonight. Сначала в бар пришел, к бабке попросил что-то, теперь к этому приперся. You're in the right place. Yes. Что тебе надо? We come on a matter of grave importance. We must speak to you and your guest. What? How do you know about him? Because I am the god of fire. Chris, you vixen. Nice. Год огня. Nicely done. Что за хрень? Sure. I come right in. Как он губы сделал? Glowing eyes are a nice touch. Продемонстрировал, что он готов встретить этих троих гостей. Кенси Такахаси. A tragic figure with a noble cause. Your actions this evening do you no credit. Who are these people? You tell me. They're your scene partners. I also know of your struggles, Johnny Cage. I am here to offer you both a path forward. Розовый фламинго, голубые костюмы, похоже на гей-вечеринку. Dun, dun, dun. Хана, Бун повторил один в один кадр из Mortal Kombat 9. Только там это Рейден говорил ему, и Пусси Кейдж такую хрень высрал. А здесь Люк Кейн. Oh, come on, guys, let's call this. Chris was a doll to set this up, but as pranks go, this one's a bit obvious. This is no prank. Bihan, Kuai Liang, if you please. Реально, сцена очень похожа на Mortal Kombat 9. После первого боя тоже Джонни Кейдж стоял, ему Рейден рассказывал за защиту земного царства. Здесь это делает Лю Кэн. Хана, полное говно. All right. I'll play my part in this martial arts LARP. The missus ought to get what you paid for. Okay. Hey, you. Get your damn hands off him. I said, get your hands off him. Was that necessary, brother? На пузике же упала ваза с говном. Татуха Скорпиона, чё за хрень? Him in his place. That was a hit truly. One of a kind. Alright, I don't care if this is a damn prank. You cross the line. Fight. Полное говно. Cross the line, чё, стоп слово забыл? Хана. Тупые драки. Тупой сюжет. В офигенной позе застыл Джонни Кейдж. Саб-Зиро намекает. И у Саб-Зиро тоже продолговатый предмет в руках. Короче, нахрен это говно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч. Всем пока.